С 8 по 28 июля в Московской области проводят социальный раунд «Трезвый водитель». Госавтоинспекторы выявляют водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения. О результатах рейда, которые провели на Егорьевском шоссе, расскажет Богдан Колесников. Вы употребляете за рулем транспортного средства? Никогда в жизни. Никогда в жизни. Хорошо. Пожалуйста, возьмите памятку, соблюдайте правила дорожного движения и помните, что алкоголь искажает реальность. Водителям напоминают о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения и ответственности за нахождение в нетрезвом виде за рулем. Чем чаще, тем лучше. За рулем никогда нельзя принимать алкоголь. Это беречь себе здоровье и другим людям. За нарушение правил дорожного движения, связанное с употреблением алкоголя и других запрещенных веществ, предусмотрено лишение права управления транспортным средством от 1,5 до 2 лет и штраф 30 тысяч. Стоит заметить, что с каждым годом культура водителей за рулем растет, поэтому результат мероприятия заметен. На время проведения раунда инспекторами будет отрабатываться территория СНТ, места массового отдыха граждан водоемов, сельские территории. Также работа будет проводиться в режиме массовых проверок. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.